Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции, ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите, что у нас с вами есть обратная связь. Есть ли какие-то проблемы, напишите, пожалуйста, что нет звука или нет изображения. Если же все хорошо, как я уже сказал, поставьте плюсики. Если у вас нет возможности ставить плюсики, это означает, что вы не авторизованный слушатель. Поэтому для того, чтобы иметь возможность задавать вопросы, вам нужно авторизоваться в личном кабинете. Жду вашей реакции. Как только будет понятно, что у нас происходит с трансляцией, либо будем исправлять проблемы, если они есть. Если же все хорошо, то мы начнем наш обзор. Вижу, что все отлично. Начинаем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Что у нас сегодня выходило, что нас с вами ожидает и какие новости у нас сегодня были в новостной ленте Prime. Рано утром вышел индекс цен на жилье по Великобритании, Rightmove, годовые и месячные данные, но данные не очень важные, поэтому рынок, как правило, не обращает на них внимания. В 2.50 по московскому времени вышли внутренние цены на корпоративные товары, индекс годовой и индекс этого же показателя по месяцу. По году у нас снижение на 4,2%, по месяцу снижение на корпоративные товары, внутренние цены понизились на 0,3%. То же самое, данные не очень важные для рынка, поэтому серьезно как-то рынки на это дело не реагировали. Ну и вообще нужно сказать, что торговля сегодня проходит в целом достаточно спокойно, никаких особых потрясений нет. Отчасти это связано с тем, что вот сейчас праздники и в Германии, и в Швейцарии, День Святого Духа. Не знаю, что это за праздник, ничего не могу сказать по этому поводу. В 9.00 вышли заказы на машины и оборудование по Японии, годовые данные. Данные просто кошмарные, просто рубят меня на повал. Вы посмотрите, если действительно брать это за то, что действительно дела обстоят именно так, сокращение на 26,4% заказа на машины и оборудование. Это реальный сектор экономики, промышленной экономики Японии. Это, не знаю, просто это означает для меня лично, что чуть ли не какой-то коллапс вообще происходит в экономике Японии. Не знаю, как это дело объяснить. 13.00 баланс внешней торговли России, данных пока что нет. В 15.30 вышел индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка Нью-Йорка, чуть-чуть позже мы с вами об этом поговорим. В Прайме сегодня практически ничего нет, пусто, но индекс показал снижение на 9 единиц, до этого был рост 9.56, ждали, что индекс будет составлять 6.5, снижение минус 9.05, очень негативные данные. В 17.00 будет выходить индекс рыночной стоимости жилья. По нему ожидается рост. Было 58, ожидают значение в 59. Посмотрим, что будет выходить по факту. В 17.30 сегодня обзор от Банка Канады по состоянию дел на текущий момент в канадской экономике. Это вот те новости, которые выходили сегодня. В 23.00 чистый объем покупок американских ценных бумаг. По прогнозу ожидается, что приобретения будут на 36,5 миллиардов. Общий объем покупок американских ценных бумаг уже иностранными инвесторами, данных нет. До этого их купили на 33 миллиарда. Ну, будь точным, если 33,5 миллиарда. Вот такие сегодняшние данные. У нас с вами данные достаточно слабые, ничего интересного нет. Рынки не ждут, как я уже сказал. Открываем ленту Prime, смотрим, здесь тоже практически вообще ничего сегодня нет. Ну вот прямо галопом по Европам пробежимся, хотя бы только по названиям, да, о чем сегодня пишут в новостной ленте Prime. Вначале вообще только межбанковские валютные курсы, ничего интересного. Дальше ключевые данные Великобритании. Замедление экономики, вероятно, оказывает давление на занятость. Будет оказывать, ну, конечно. И оказывает, и будет оказывать. Это, конечно же, совершенно однозначный фактор. Далее. В центре внимания данные Китая и еврозоны. Ну, это на то, что рынки обращают внимание. Данные по Китаю в воскресенье уже выходили, не очень впечатляющие, и рынки разочарованы этими данными, нужно сказать. Так, что у нас дальше? Цены на нефть, межбанковские.
Ну вот заказы на станки оборудования в Японии минус 26,4 никак не комментируются. Я повторяю, для меня это просто какой-то коллапс. На четверть совершенно снижаются заказы. Это, мне кажется, что-то беспрецедентное вообще. Так, политический и экономический календарь, нефтяные фьючерсы, пара такая-то, пара сякая-то. Ничего абсолютно интересного. Рост австралийского доллара будет непродолжительным, там роста никакого нет, по сути дела. Вообще непонятно, о чем пишут, просто пытаются заработать немножко денег. Так, Goldman Sachs повысил прогноз по ценам на нефть. Morgan Stanley считает целесообразным покупать. Ну, это не важно, что они там считают целесообразным. Это они преследуют только собственные корыстные интересы, более ничего. Так, что у нас еще? По референдуму членства Великобритании в ЕС фунт может ослабнуть на 3-4%. Ну, слава богу, а раньше о 20% говорили, немножко облагоразумились. И это уже не может не радовать. Вот хоть что-то сегодня есть позитивное в новостном потоке. Дальше смотрим, что у нас есть. Так, производственный индекс Нью-Йорка, ну, об этом говорили, торги. Все, вот посмотрите, абсолютно ничего, совершенно пустой новостной фон. Новостей нет, говорить не о чем, никто ничего не комментирует. Но это, собственно, в общем-то и правильно. Будем считать, что рынки взяли небольшую паузу, немножко отдыхают. Поскольку здесь ничего интересного нет, ну, возможно, у вас какие-то будут вопросы, поэтому, если есть вопросы, напишите сначала коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу и постараюсь на ваш вопрос ответить, даю вам возможность отреагировать. Либо, значит, вопрос, либо ставьте плюсик, и мы посмотрим с вами технику. Начнем с нефтяных котировок. Ну, вот здесь, посмотрите, интересная вещь. Уже в текущий момент Brent торгуется на уровне 49.11. У меня такое впечатление, что сегодня у нас уже есть исторический максимум, ну, вот в последнем периоде, я имею в виду, да, не вообще, а вот за последнее время. И мне кажется, что сегодня нефть пойдет на рекорд и, наверное, будет пытаться тестировать отметку в $50 за баррель. Во всяком случае, осталось совсем немножко, ну, буквально 85 центов. Всего-то ничего до уровня 85. Итак, я жду вашей реакции. Вижу, что вопросов нет. К сожалению, у нас очень короткие исторические данные по графикам на нефтяные котировки, поэтому мы не сможем с вами посмотреть за достаточно длительный период. Ограничимся только тем, что есть. Тренд восходящий, цены торгуются значительно выше и среднемесячного, и среднедельного значения. Тренд восходящий, достаточно мощный, фаза импульса. Это была нефть марки Brent. Нефть марки WTI, та же самая картиночка, максимум превышен, цены идут на рекорд, но здесь до уровня 50, конечно, немножечко дальше, поскольку Brent всегда исторически торгуется чуть выше, чем WTI. То же самое цены выше и среднемесячного, средненедельного значений, тренд восходящий, достаточно устойчивое движение вверх. Это были нефтяные котировки. Теперь давайте посмотрим на индекс американского доллара и начнем очень-очень издалека. Посмотрим месячный график. Это у нас с вами 120-периодная скользящая средняя, а поскольку график месячный, это означает, что это у нас будет с вами средняя цена за 10 лет. Итак, относительно своего 10-летнего значения американский доллар, а правильнее сказать, фьючерс на индекс американского доллара завышен, оторвался от своего балансного состояния. Посмотрите, что бывает, когда он очень сильно отрывается от сбалансированного. Он имеет тенденцию возвращаться. Поэтому это не обязательно, ни в коем случае не нужно это воспринимать как руководство к действию. Это только один из возможных вариантов. Да? Есть вариант, что цены продолжат снижение, и он пойдет навстречу своему среднесбалансированному состоянию, цены будут опускаться, а скользящий средний будет расти, и вполне возможно, мы с вами будем свидетелями, когда они встретятся между собой. На daily таймфрейме картиночка следующая. Это среднее значение цены за месяц, поскольку это 22-периодный скользящий средний, и в текущий момент у нас индекс доллар торгуется чуть выше своего сбалансированного состояния, но ниже психологической отметки 95. Итак, месячное значение индекса 94.18, среднее значение за месяц. Сам индекс сегодня торгуется на уровне 94.46. Итак, это был индекс американского доллара.
Очень многое зависит от того, как поведет себя американский регулятор. Завтра мы с вами поговорим, когда посмотрим события, новостные события на всю неделю. Поговорим немножко о том, как будет вести себя американский регулятор, что ждут финансовые рынки, участники рынков от того, как поведет себя Федеральная резервная система. Ну и более подробно уже будем говорить завтра. Это впрямую будет, конечно же, влиять на индекс американского доллара. Повышение ставок должно приводить к укреплению американской валюты, но те заявления, которые делает Федеральная резервная система, прилагая все усилия, чтобы не укреплялся американский доллар, приводит к тому, что ставки повысили, а при этом американский доллар не укрепился. Что называется, следите за руками, ловкость рук и никакого мошенничества. Это был индекс американского доллара. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет. Начинаем с пары евро-доллар. То же самое, давайте начнем издалека. Месячное значение 122-периодное скользящее среднее. Вот оно, взвешенное состояние, уравновешенное состояние пары евро-доллар. Цены торгуются ниже, но посмотрите, уже больше года у нас цены не покидают вот этого боковика. Хотя в целом мы с вами и наблюдаем желание вернуться. Но посмотрите, если уж это происходит, то, как правило, очень резко, да, цены отрываются и потом достаточно резко возвращаются к своему взвешенному состоянию. А здесь уже длительное время вот этого возврата нет, поэтому можно предположить, что сейчас уже вот эта резинка, которая здесь натянулась, она немножко ослабилась и не так сильно тянет цены к своему равновесному состоянию. Поэтому здесь вот то, что хорошо очень видно, этот боковик, мы его сейчас давайте с вами продолжим, который длится уже больше года, он пока что продолжается. В целом евро-доллар движется в рамках этого боковика. Теперь, если посмотреть формализованно на daily таймфрейме, что у нас получается, какая картиночка? Ну, у нас уже сложилась продажа по диапазонной торговой системе, посмотрите. Быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз. Это означает, что тренд сменил свое направление с восходящего на нисходящий. Гистограмма тоже понижается. Это значит, что сегодня день продаж. И мы можем с вами удалить этот индикатор, убрав галочку с daily таймфрейма. Это значит, что диапазонная система пока что не рассматривается, поскольку, по сути дела, она будет совпадать с трендовой. Итак, тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. Диверов никаких нет. Все диверочки отсутствуют у нас с вами, значит, ситуация стандартная, объем сделки мы с вами уменьшать не будем, берем стандартный объем. С направлением определились, с объемом тоже, теперь смотрим внутреннюю структуру. Была приливная волна, теперь идет отлив. Дожидаемся, когда волна отлива закончится и начнет формироваться новая приливная волна. Нам нужен сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме. Свечка должна быть закрытая, и на закрытой свечке должен быть сформированный сигнал. Вот только тогда наступит момент входа по паре евро-доллар. Но это не значит, что как только свечка закроется и сигнал закрепится, что нужно сразу будет оголтело продавать по текущим ценам. Нет, нужно будет обязательно открыть часовой таймфрейм, и обязательное условие этой консервативной трендовой торговой системы – это движение вбок, консолидация. Только в том случае, если все условия выполнятся, значит, будет иметь смысл поставить отложенный приказ sell-stop, определить точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Цель нижней границы ценового канала, записываю текущее значение, 1.1140, и в качестве бонуса движение к нижней границе, к верхней границе нижней трети нашего с вами боковика, 1.109 или 1.1090, что то же самое. Вот примерно так обстоят дела по паре евро-доллар, и я жду вашей реакции. Что не ясно, что непонятно, какие у вас будут вопросы по паре евро-бакс. Пока вы будете писать свои ответы, либо если есть вопросы, пишем слово «есть», если нет, ставим плюсик. Для тех, кто впервые смотрит наш обзор, хочу донести до вас следующую информацию. Чтобы вам было понятнее, о чем идет речь на именно этих обзорах, рекомендую посмотреть два бесплатных ознакомительных семинара в рамках нашей программы
Инвест-Академии. Это первый фундаментальный новостной анализ и технический анализ, индикаторные методы. Вот два бесплатных семинара, которые помогут вам лучше разбираться то, о чем мы говорим на этих обзорах. Вопросов нет. Идем с вами дальше. Смотрим следующую пару. Британский фунт, который стерлингов. То же самое, начинаем издалека, месячный график. Здесь, посмотрите, не так сильно оторвался фунт от своего среднего значения, как, например, в этой точке, да, после чего он достаточно стремительно двигался в направлении своего балансного состояния. Сейчас этого не происходит. Месячный график достаточно спокойно себя ведет. А вот на недельном картиночка следующая. У нас после длительного снижения британского фунта нарисовалась разворотная модель, после чего цены двигались наверх, сейчас произошел откат. Цены торгуются вблизи уровня Fibonacci 76,4. И если посмотреть на daily таймфрейме, то картиночка следующая. У нас поменялось направление, тренд стал нисходящим в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Диверочки очень-очень слабые, я бы сказал, что пока что диверов нет, поскольку у нас еще не сформировались вот эти локальные минимумы здесь. Поэтому направление известно, это продажи, объем сделки стандартный, теперь смотрим внутреннюю структуру, идет отлив, это движение вверх, мы дожидаемся, когда восходящее движение закончится и начнет формироваться приливная волна, это цены начнут двигаться вниз. То есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме. Когда и если это произойдет, вы поймете, что наступил момент входа, после чего нужно будет открыть часовой таймфрейм, и обязательное условие здесь наличие консолидации. Только в том случае, если все условия выполняются, вы ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Теперь давайте посмотрим на цели. Ближняя цель. Значение 1.42. 1.42, и в качестве бонусной цели можно рассмотреть движение к нижней границе ценового канала 1.4140. Какие у вас будут вопросы? Что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по британскому фунту, это который стерлингов. Отреагируйте, пожалуйста. Почему-то из 43 слушателей реагирует только Олег. Видимо, только ему интересно, все остальные совершенно ни при чем. Так, жду вашей реакции. Олег, видимо, вам придется отдуваться за всех. Отреагируйте, пожалуйста. Да, я оказался прав, отреагировал только Олег. Нет, вот правда Сергей к нему еще подключился. Ну что ж, в два раза увеличилось у нас количество активных участников. Подъем 100%, это мощно. Ну что ж, идем дальше, смотрим австралийский доллар, и то же самое, начинаем издалека, смотрим месячный график, а посмотрите, что у нас здесь с вами. Вот австралиец не так сильно оторвался от своего балансного состояния, как делал в каких-то экстремальных точках, после чего разворачивался. Поэтому здесь вполне возможно продолжится движение вниз, тем более, что это совпадает с интересами резервного банка Австралии. Недельный таймфрейм. Три недели снижения после того, как Банк Австралии возмутился достаточно высоким курсом австралийской валюты, после чего еще и понизил процентную ставочку. На daily таймфрейме картиночка следующая. Тренд, нисходящий в фазе импульса. Теперь смотрим на гистограмму. Здесь у нас с вами значение 12.52, здесь 12.61. Гистограмма понижается, значит, тренд, нисходящий в фазе импульса. У нас с вами 100% продажи, направление известно, объем тоже. Ну вот на индикаторе моментум небольшой диверотч, поэтому лучше здесь, наверное, взять половиночку объема. Смотрим внутреннюю структуру, идет отлив, ждем, когда движение вверх закончится и сформируется сигнал осциллятора в продажу. Это будет говорить о том, что начинает формироваться новая приливная волна.
Когда сигнал будет закреплен на закрытой свечке, открываем часовой таймфрейм и обязательные условия консолидации. Если все условия выполняются, sell stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Теперь о целях. Так, ближняя цель 72 ровно, следующая остановка 0,7. Я даже не смотрю на границу ценового канала, он практически совпадает у нас с вами со значением 0,7. Поэтому 0,72 ближняя цель, 0,72 и 0,7 это уже конечная остановка перед тем, как будет возможное коррекционное движение. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Количество участников растет, тоже увеличивается практически вдвое. Видимо, закончилось какое-то занятие текущее, и все оттуда плавно перетекают на наш обзор. Итак, жду, когда вы отреагируете. Если сейчас начнутся вопросы, извините, я опоздал на Евробакс, не будете ли вы так любезно повторить? Нет, любезно не буду повторять тоже. Надо приходить вовремя. Итак, жду, когда отреагирует Олег, Сергей, Ярослав присоединился. Очень приятно. Ну что ж, реакции увеличились. Нина просит прогнозы по иене. Никаких прогнозов, Нина, я здесь не делаю. В нашем обзоре мы занимаемся только анализом и никаких прогнозов не делаем. Итак, мы закончили с триадой обратных котировок. Рассмотрели три обратные котировки мажорные. Это евро-доллар, фунт-доллар, австралиец-доллар. А теперь смотрим три прямые котировки, которые составляют триады прямых котировок. Это доллар-иена, доллар-швейцарский франк и доллар-канадец. Нина, еще раз повторяю, с прогнозами не ко мне, с прогнозами идите в гидроцентр. Вот там они делают прогнозы. Мы здесь занимаемся анализом. Итак, смотрим доллар, японская иена. Начинаем тоже издалека, смотрим недельный таймфрейм и посмотрите, что здесь произошло. Так же, как и на других таймфреймах, я вам показывал, да, цены, когда сильно отрываются от своего среднего балансного состояния, они имеют тенденцию возвращаться. Что и произошло с японской иеной, она ушла вверх, оторвалась очень сильно, резинка натянулась, и эта резинка вернула иену в балансное состояние. Ну, чуть-чуть не хватило, да, это чуть-чуть, плюс-минус трамвайная остановка, это, конечно же, не считается. То есть можно сказать, что иена уже разрядилась, разрядка произошла, это серьезный таймфрейм, у нас нет столь крупных активов, чтобы торговать на месячных графиках, но в целом картиночку это нам очень сильно проясняет. Тем более, что движение вверх графика совпадает с желанием Центрального банка Японии, но вся фишка в том, что японцы отказались от валютных интервенций по договоренности с большой двадцаткой. Поэтому интервенций Банк Японии проводить не может. Но, тем не менее, вот посмотрите то, что сейчас происходит, да, у нас уже две недели роста графика, соответственно, дешевеет японская иена. Значит, ни шатко, ни валко, худо-бедно, но, тем не менее, своими спокойными, взвешенными, уравновешенными комментариями Банк Японии удерживает иену сейчас от дальнейшего укрепления. Что, в принципе, я так полагаю, укладывается в рамки его желаний. Теперь смотрим формализованно. По японской иене у нас картиночка следующая. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Два трендовых индикатора друг другу противоречат, значит, мы делаем стопроцентный вывод. Сегодня в рынок лучше не входить по этой валютной паре и от сделок воздержаться. Поэтому сидим на заборе, курим бамбук, сделок не совершаем. Сегодня не день японской иены. Поскольку здесь все совершенно однозначно, я даже не спрашиваю, все ли ясно, все ли понятно, сразу идем дальше и смотрим швейцарский франк. Месячный таймфрейм, очень похож на японскую иену, цены разрядились, подошли. Очень сбалансированно себя чувствует швейцарский франк, но это с точки зрения крупного таймфрейма, недельного таймфрейма. Он практически уже на паритете сейчас находится, швейцарский франк. Недели мы с вами никогда не смотрим, пропускаем. Теперь смотрим daily time frame, и что у нас здесь с вами. Тренд восходящий в фазе импульса. Теперь смотрим на гистограмму. 3 нолика 65.40, здесь у нас с вами 66.15. Гистограмма растет, это значит, что по швейцарскому франку сегодня день покупок.
о дивере говорить нельзя, конечно же, да, то есть это еще пока что не дивер. Здесь тоже ничего не сформировалось, поэтому объем сделки совершенно стандартный, направление известно, смотрим внутреннюю структуру. По внутренней структуре у нас картиночка следующая. Идет отлив, ждем, когда закончится нисходящее движение, и начнет формироваться новая приливная волна, а это значит, что осциллятор у нас должен сформировать сигнал в покупку на 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке. Итак, свеча должна быть закрыта, должен быть сигнал, но это не значит, что нужно будет сразу оголтело бросаться покупать эту валютную пару. Ни в коем случае. Обязательные условия на часовом таймфрейме — наличие консолидации. А консолидация — это узковолатильное боковое движение. И только в том случае, если все-все условия сойдутся, вы поставите отложенный приказ «buy stop», определите точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Теперь давайте поговорим о целях. Так, что у нас будет в качестве цели? У нас всего одна единственная точка. Строим по одной точке трендовую линию. Но других вариантов у нас с вами нет. Удаляю пока что этот ценовой канал. Получается картинка следующая. Итак, сигнал, консолидация, все, что, о чем я говорил раньше. И теперь у нас ближайшая цель – это граница ценового канала. На текущий момент записываем 0,9925, то есть еще 75 пипсов до паритета. Следующая остановка – паритет. А паритет – это единичка ровно. 1 и 5 ноликов. Вот это паритет по швейцарскому франку. Итак, повторю, ближняя цель – 0,9925. В качестве бонуса рассматриваем паритет. И это у нас по швейцарскому франку. Смотрим канадца. По канадцу картиночка следующая. Тоже начинаем издалека, смотрим серьезный таймфрейм. Абсолютно то же самое, как только цены сильно отрываются от сбалансированного состояния, они возвращаются. Объясняется очень просто. Натягивается резинка, резинка тащит в обратную сторону, и цены движутся навстречу своему значению, среднему значению за 10 лет. Можем поступить следующим образом. Набросить фибу, только поскольку это у нас маленькая фиба, она не очень значимая, мы, соответственно, сделаем следующим образом. Поменяем ее толщину, сменим ее цвет. Вот так вот, скажем. И в отображении не будем ставить на больших таймфреймах, начнем только, давайте, с дейли и меньше. Вот там нам эти уровни пригодятся на более тяжелых. Ну, можно, конечно, еще на неделях смотреть. Итак, на дейли смотрите, где у нас сейчас. Цены практически упираются в уровень коррекции 23,6. Вот, а картиночка у нас с вами следующая. Тренд восходящей фазе импульса. Это говорят нам с вами скользящие средние. Теперь смотрим на гистограмму. 14,27, 14,08 гистограмма подкачала. Сегодня не торговый день по канадцу. По канадцу мы, к сожалению, с вами находимся вне рынка, сделок не совершаем и ни в коем случае не торгуем. Последний финансовый инструмент – это золото. Фильтры смотрят вверх. Это означает, что мы отдаем предпочтение сделкам только на покупку, но внутренняя структура не позволяет торговать, поскольку осциллятор уже находится вблизи своей зоны перекупленности. А до цели у нас осталось совсем ничего. Если отмести вот эти проколы, которые были, цены стремятся к уровню 1300 долларов за тройскую унцию. А текущие цены — это уже 1285, осталось всего 15 долларов. Это, конечно же, очень незначительная цель для этого финансового инструмента. Мы закончили наш обзор. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, сначала коротенькое слово «есть», и затем вы печатаете свой вопрос. Если же вопросов нет, ставим плюсик, и мы с вами завершим наш обзор. Я жду, когда вы отреагируете.
Похоже, вопросов нет, поскольку если есть вопросы, то достаточно быстро люди пишут «есть» и потом начинают уже строчить свои вопросики. Ну что ж, это не может не радовать, когда все ясно, все понятно. Итак, завершаем наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем. Завтра поговорим уже о событиях на текущей неделе.